Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Французские бульдоги, мопсы, шицу и пекинесы, любые собаки брахицефалы невероятно обаятельные и милые. Однако, помимо нестандартной, симпатичной внешности, у них есть ряд физиологических особенностей, о которых важно помнить. В этом видео мы расскажем вам, какие опасности могут подстерегать собак брахицефалов. Отличительная особенность собак-брахицефалов – приплюснутая мордочка. Она не только умиляет хозяина, но и может доставлять серьезные проблемы питомцу. Из-за особенного строения черепа собаки-брахицефалы часто имеют проблемы с дыханием. Какие опасности могут подстерегать представителей этой группы лающих? Давайте разбираться. Из-за врожденных проблем с дыханием собаке брахицефалу сложно даются серьезные физические упражнения. Есть вероятность, что от чрезмерных физических нагрузок питомец начнет задыхаться. Если вы владелец собаки брахицефала, постарайтесь вместе с ветеринаром составить для вашего питомца индивидуальную программу тренировок, идеальную именно для него. Жара очень опасна для брахицефалов. При высокой температуре собаке не хватает воздуха. Питомец может начать тяжело дышать и даже задыхаться. Внимательно следите за своей собакой в жаркие дни. Обращайте пристальное внимание на десны и язык питомца. В норме они должны иметь здоровый розовый цвет. Если они имеют синеватый оттенок, это верный признак нехватки кислорода. Старайтесь не гулять с собакой в знойную погоду. Летом лучше всего выгуливать любимца ранним утром или вечером перед заходом солнца. Если все-таки нужно вывести питомца днем, выбирайте маршруты, преимущественно находящиеся в тени. На прогулку с брахицефалом всегда берите с собой бутылку прохладной воды. У лающего друга должен быть постоянный доступ к воде. Внимательно следите за весом и питанием питомца. Собаки-брахицефалы часто склонны к полноте. Это, в свою очередь, может усугубить уже имеющиеся проблемы со здоровьем. Так собаке, страдающей ожирением, будет еще труднее дышать. Если вы заметили лишний вес у вашего любимца, обратитесь за помощью к ветеринару. Врач поможет выбрать диету для вашего лающего друга. Неправильный уход – еще одна опасность для собак-брахицефалов. В частности, отсутствие внимания со стороны хозяина к коже собак этой группы может привести к серьезным дерматологическим проблемам, а им подвержены все собаки-брахицефалы. У представителей этой группы на мордочке много складок. В них часто скапливаются частички еды, пыль, грязь, опасные микроорганизмы. Поэтому их необходимо регулярно осматривать на предмет загрязнений и при необходимости чистить. Таковы основные опасности для собак-брахицефалов. Помните о них, будучи владельцем представителя этой группы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!